Ну, понимаешь, что происходит, вот я вижу, что... Как, да, сейчас все же про это говорят, очень много говорят, что вот, казалось бы, дно, нет, еще не дно, как бы снизу постучали. Мне кажется, что происходит вот такая, как бы, раздвижение границ пространства совести, понимаешь? То, что еще там 5 лет назад, предположим, считалось бессовестным, сейчас не считается бессовестным. А что-то, что уже перестали считать бессовестным давно, теперь считается даже героизмом и поощряется. Как, например, всеобщее вот это вот хамство. Просто открытое хамство в стиле еще одной нашей с тобой любимой героини, тети Маши Захаровой. Да. Вот просто хамство такое, когда еще хамят с удовольствием. С наслаждением. Не просто, знаешь, так бывает, что в каком-то конфликте вдруг люди переходят на повышенные тона, начинают, ну да, кричать, ругаться, эмоционально, да, включаются. Это естественно, нормально, так бывает со многими людьми, может, не со всеми. Это одно. А здесь просто этим хамством наслаждаются, потому что это не просто допустимо, это одобряемо. И она напишет какую-нибудь хамскую шутку, у нее обычно плохие, очень плохого вкуса, и при этом хамские. А ей кажется, как я сейчас красиво завернула. Ну, она стихи пишет, и ты знаешь, что и она вот написала ужасные же, стихи, которые не хочется цитировать. Такого, да, цитировать мы не будем, потому что это безобразие абсолютное. Во всех смыслах этого нравится, слова. А ей-то, понимаешь, вот штука в том, что мы все можем... А что, у этого человека нет вкуса? Конечно, нет. Ну, посмотри на нее. Ну, какой, откуда там вкус? Она для этого назначена. Понимаешь, штука в том, что ее для этого... Она не плохой человек, не на своем месте. Штука в том, что ее именно для этого назначили. Я помню, когда это происходило. Это был наш ответ Псаки. Вот они поставили, значит, там бездарную дуру, которая не владеет фактами, но зато умеет хамить и посылать в жопу. Угу. На пресс-конференциях. Мы сейчас вам тоже такую подберем. Зеркальные меры. Зеркальный ответ, да. Зеркальные меры нашего правительства. Мы поставили, значит, Марию Захарову как ответ. Очень эффективный получился ответ, потому что хамит она еще ярче, знает еще меньше, со вкусом совсем плохо. Но уже Псаки-то давно нет. Зеркало убрали, отражение как стояло, так и стоит в зеленом платье со своими вот этими стихами. Понимаешь, и стихи многие пишут. И у подавляющего подавляющего большинства людей стихи плохие. Она в этом смысле не оригинальна. К сожалению, этот дар дается очень немногим людям. Ни у меня, ни у тебя его нет. Но мы и не выступаем с этим, понимаешь? Да. А ей нравится. Ей нравится песня, которую она написала. Чудовищная, просто бесподобная графомания. Вот, ну, пытаться написать это... Ну, то есть она не понимает этого? Конечно, нет. Ей нравится. Повторяю, она для этого там и есть. Это вот заканчивая как бы мою мысль, которая так широко и глубоко, я бы сказал, развернулась, о том, что раздвигаются границы пространства совести и каких-то представлений о приличиях. И вот если там какое-то время назад выступление Захаровой с такими стихами, которые она написала про Кемерово, это было бы стыдно, то сейчас это поощряемо. Вот проблема-то в чем. Не конкретной Захаровой, она может быть милый человек в обычной жизни, когда она не занята, значит, борьбой с воображаемыми вот этими зеркалами имени Псаки. Она вполне может быть милый человек, мы этого не знаем. Может, она в семейной обстановке вообще ангел, лучше Мизулиной даже. Мы этого не знаем. Мы видим только вот то, что она нам показывает. Она это показывает с наслаждением. Конечно. И они все соревнуются, кто больше нахамит. Это Олимпиада у нас такая. Вместо вот той вот. Ну, а теперь, конечно, гениальные стихи Марии Захаровой. Ее очередной шедевр. «Кемерово, мы с тобой». «Зимний вишний лед растопило пламя. Детский голос все зовет, рвется к своей маме. Передайте, что люблю всем родным и маме,
Я боюсь, что не вернусь, мы здесь умираем. Ты пойми, что дверь закрыта, что не выйти мне. Мама, мне ведь больно было, но не как тебе. Нету выхода на свет, да и света нету. Передайте всем привет маме, брату, деду. Мама, мамочка, прости, больше я не буду. Блин. Ты не плачь и не грусти, нас не позабудут. Посчитайте нас потом, честно посчитайте. Обещайте под крестом, маме обещайте. Мария Захарова, 27.03. Это не просто гениальные, это потрясающие стихи, хватающие за душу, в стиле букваря первого класса. Мама мыла раму, раму мыла мама. Вот что-то в этом роде. Главное, вот эти слова. Мама, мамочка, прости, больше я не буду. Не буду что? Возникает вопрос. Она что, вообще больная, эта Захарова? И, естественно, самая главная проблема для Марии Захаровой 27.03.2018 года, понимаете, не трагедия, не то, что там произошло, а то, что стоит в последних строчках. Самое главное, вы представляете, честно посчитайте нас. Вот этими своими последними строчками эта идиотка полностью себя выдала. Потому что ей-то уже 27.03 известно, что жертв очень много. И уже известно, что объявят лишь какую-то там третью или четвертую часть от всего, что произошло. Но вот до какой степени нужно быть глупой явно высказаться по этому поводу. Точнее уже не скажешь, вы честно нас посчитаете, понимаете, ребята. Она уже знала, что после, что 29-го, 30-го, 31-го начнется весь этот ор по поводу количества жертв. Понятно, потому что люди в Кемерово поймут, что жертв больше, и они будут об этом говорить, и блогеры подхватят эту идею. Но то, что это ненормальное в своих словах на это указывает, это абсолютно очевидно любому здравомыслящему человеку. И никого эта талантливая поэтесса не напрягает. Просто нет слов, честное слово. Мама, мамочка, прости, больше я не буду. Тут может последовать только набор матерных слов. И вот она пишет не только стихи, она сочиняет песни. Ее песней был открыт международный московский кинофестиваль по предложению главного беса России Никиты Михалкова. Вот он находит ее вообще творчество, видимо, достойным этого. Понимаете, у них уже собрался такой междусобойчик лишенных таланта людей. И как говорят, если Бог хочет наказать человека, то он лишает его ума. Вот Бог сейчас лишил Россию ума напрочь.